Вот чай, плюшки. Грейся. Спасибо. Да нет, что. Судя по твоему лицу, разговор с мамой был непростым, да? Да у меня редко с ней бывают простые разговоры. Спасибо тебе, Игорь. Мне, правда, сейчас домой очень не хочется идти, а на улице холодно. Да все нормально, оставайся сколько хочешь. Грейся. Кстати, позвоню-ка я этому придурку Лапе. Узнаю, удалил он видео с сайта или нет. А у тебя есть его телефон? Да. Кто это мне названивает? Алло? Алло, это Игорь Чернов. Здорово. Ты удалил видео с сайтом? Нет. Почему? Руки не дошли. И вообще, что тебе надо? Занимайся своими делами. Ой, еще пару сотен голосов и победа в кармане. У тебя есть его домашний? Завтра с ним поговорим. Уже по-другому, если он нормальных слов не понимает. Кстати, сотник думает, что видео уже удалено. Не произноси его имя, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Кстати, надо ему позвонить. Алло. Алло. Андрей, привет, ты где? Где-где? Канарейкину жду. Где ее носят? С Зиной все в порядке, можешь идти домой. Завтра с ней поговоришь. Не, ну ты вообще молодец. Ты раньше мог сказать, я уже околел тут. Тебе полезно. Кстати, Лапа до сих пор не удалил видео с сайта. Во, зараза, а? Ну, значит, завтра с ним по-другому надо поговорить. Ну да. Встречаемся в школе в 8:30. Давай, пока. Ага, пока. Я тебе не говорил, сотник до сих пор ждет тебя у твоего подъезда. Ну, часа два уже. Это ты его попросил? Нет, почему не я? Игорь, вот объясни мне, пожалуйста, как так можно было поступить? Я сотнику призналась в своих чувствах, а он наспор. Я не знаю, Зин. Честно. Вот ты смог бы так? Я нет. Мне так стыдно. Я такая дура. Зин, перестань, пожалуйста. Понимаешь, стыдно должно быть Лапе, сотнику, но не тебе. Ты правда так считаешь? Ну, конечно. Спасибо тебе. Я тогда, наверное, домой пойду. Ну, давай я тебя провожу. Да нет, не надо, я тут недалеко живу. Ну, давай хоть до двери тебя провожу. Хорошо, Антох. Да сочтемся, сочтемся потом. Давай, ты, главное, там с женой разбирайся. Угу. Давай. Заботин? Где Зар? Ворон, а тебя здороваться не учили? Привет, привет. Так что, Антона не будет сегодня? У Антона внеплановый выходной, и он решил провести его с семьей. Женатый человек. Ты же понимать должна. Понимаю. Спасибо. Я Канарейкину 2 часа около ее подъезда ждал, понимаешь? У меня теперь насморк, сопли. Сопли? Девчонка из-за тебя чуть в воду не кинулась. Сопли у него. Я тебе сказал, я сегодня перед ней извинюсь. О, идет герой. О, здорово, ребят, кого ждем? Тебя. Кого же еще? Когда ты видео из интернета удалишь, а? Посчитают голоса и удалю. Кстати, наш ролик в лидерах могли бы и вы по смс-очке отправить, так сказать, поддержать. По смс-очке. Я тебя атакую! Тихо, Игорь! Что происходит? Саня, все нормально, все в порядке. Точно? Да. Что тебе за победу обещают, а?
Флешку на 8 гигов. Я тебе сегодня куплю флешку на 8 гигов. Идет? А где же вкус победы, азарт? Вкус победы? Тихо, азарт, тихо, я тихо, 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 азарт, тихо, 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 Саня, все хорошо, все под контролем. Лапа, послушай меня внимательно. Понимаешь, ты можешь не выиграть. А если согласишься и сегодня все удалишь, то у тебя сегодня будет новая флешка. Тоже верно. Только давай флешку на 16 гигов. И ты совсем обалдел, а? На, удаляй. Ну не здесь же. Давайте поспокойнее место найдем. Доброе утро, Людмила Викторовна. Доброе утро, Анечка. Я хотела поговорить насчет Зины, это ее истории с видео в интернете. Я как староста класса не могу пропустить такой момент. Стоп, секунду, какой истории? Я ничего не знаю. Как не знаете? Вся школа знает. Ничего не понимаю, о чем ты. Зина влюбилась в сотника, он ее соблазнил, записал это все на камеру и выложил в сеть. Зина и сотник? Да. На видео? Я прошу прощения. Они там что делают? Да нет, там только Зина, но зато в обнаженном виде. Господи, ну ладно, это уже легче. Господи. Как легче? Я считаю, надо собрать классный час, сообщить Борис Максимовичу об этом. Нет, не надо, никакого Бориса Максимовича, нет. Как? Вы же классный руководитель. Надо следить за нравственностью в классе. Алисечка, давай так, это очень, знаешь ли, интимная история, и не надо ее тут раздувать. Да, и не надо Зине создавать неприятности. Откуда мы знаем, что у них там с сотником произошло? Да как мы не знаем? Вся школа знает. Алиса, давай так. Я сама поговорю с сотником, а уж Борису Максимовичу об этом знать абсолютно не следует. Договорились? Хорошо. Угу. Прошу прощения, сейчас у вас какой урок? История? По-моему, да. Так вот идите и готовьтесь. Хорошо. Ужас. Какой ужас. Зин. Зин, ну ты не держи зла на Андрея. У него характер такой. Как он мог? Как он вообще мог? Я столько лет его любила. Я так ненавидела Олесю, с которой он встречался, потом тебя. Я так надеялась, что когда вы расстанетесь, он обратит на меня внимание. И вот вы расстались. И я была так счастлива. Я придумала весь этот конкурс с фантами, чтобы ему признаться. А он этим воспользовался, чтобы меня унизить. Но разве так можно? Я же вот так сильно любила. Зиночка, все будет нормально. Лапа сегодня же сотрет видео, и все забудется. Марина, ничего не забудется. Для меня ничего не забудется, понимаешь? Зин, я сама в шоке. Я не ожидала от него такого. Ну, надо просто жить дальше. Ну вот видишь, я известна уже на всю школу. Зин... Просто жить дальше. Лапа, давай быстрее. Да не ори ты, я пароль вспоминаю. Не подходит. Что значит не подходит? Неправильный значит. Ну введи правильный. Я не помню. Ты его что, забыл что ли? Или ты решил нас дурить? Да честно, не помню. Там какой-то набор букв был. Привет. Я забыл. Ты его куда-нибудь записал? Нет. Короче, ясно все. Надо взламывать. Привет. О, завхоз уж на ногах. Порядок обеспечен. Недоступен, недоступен. Достал ты меня, тетка. Ты что, сама с собой разговариваешь, что ли? Угу. Типа поговорить не с кем, что хотела. Прошу выдать мне новое ведро для мусора взамен сломанного. Ничего со старым сделала. Треснуло. Понятно. Короче, составлено неправильно. Не завхоз. А замдиректор по хозяйственной части. Перепиши, завтра ведро будет. Спасибо. Слышь, Березкина,
Вопрос к тебе. А если вот по телефону говорят, что абонент временно недоступен, это значит, что, ну, аккумулятор сел или человек сам его вырубил сознательно? Это что, не одно и то же? Да нет. Телефон может просто разрядиться, это одно. Или человек может сам его выключить, это другое, понимаешь? Ага. Че, звонка ждешь? Нет, папа, наверное. Влюбилась, да? Че? Че, заметно? Да не, не очень. Просто я наблюдательная. В кого? Да, неважно, ты не знаешь. Угу, не знает. Это Зарова-то не знать. Ну ты не переживай. Действительно, никому неизвестный герой. Ему потом придут отчет о том, что ты звонил, он тебе перезвонит. Да ладно. Конечно, вы сколько раз звонила, столько отчетов и придет. Так я это раз 10 звонила с самого утра. Посмеется он. Ладно, пойду я к папе твоему, а то ругаться будет. Давай. Во, я дур-то, а? Зачем столько раз звонила? Да. Заров минимум удивится, максимум испугается. Девушки, не надо так отчаянно названивать парню, если вы хотите с ним поговорить. Это может оттолкнуть и напугать его. Особенно, если ваши отношения находятся в зачаточной форме. Вот это я сказал. А что, неплохо? Может, вообще устроиться в женский журнальчик, статейки писать? Под псевдонимом Чижик-Пыжик. Ребят, ну не умею я пароли снимать. Что значит не умеешь? Подожди, подожди. Вася, ну соберись, ты же умный. Ну умный, и что? Я почту-то с трудом проверяю. Из меня хакер нулевой. Ну вот и отлично, тогда у нас есть шанс выиграть приз. Слушай, еще раз про приз что-нибудь скажешь, я тебе голову оторву, понял? Ладно, ладно. Так, Вася, а ты знаешь кого-нибудь, кто может взломать пароль? Ну, кажется, слышал что-то. Заров, охранник наш. Он вроде бы в этой теме шпарит. Сотник, у тебя интернет вырубили. Пишут, пополните ваш счет. Отлично, очень вовремя. Так, парни, я пошел денег на счет положу. И заодно с Заровым поговорю. Ты когда с Зиной поговоришь? После уроков. Людвигу скажите, там, не знаю, что у меня с желудком проблемы. Игорь. Вы видео удалили? Зин, у нас проблема. Какие проблемы? Лапа забыл пароль. Зин, я тебе обещаю, мы все удалим. Здорово еще раз. Здорово. Слушай, Антоха сегодня будет? Не, выходной у него. Плохо. А говорят, он в компах разбирается, да? Да, разбирается. Жена только и жалуется постоянно, что целыми днями в комп этот играет. А ты что-нибудь понимаешь, а? В компах? В компах. Нет, я не понимаю. А ты что, кстати, стоишь? Урок начался. Привет. Привет. Антон не звонил? Звонил с утра один раз. А слушай, что? Ворона, а ты ничего не шаришь в компах? В смысле? Ну, там, пароль сломать можешь? Да нет. Плохо, придется Зарова искать. А что Зарова-то искать? Взял, позвонил, да поговорил. Да у него телефон выключен. Пятое. Привет. Тох, слушай, а ты сейчас что делаешь? С дочкой гуляешь? Ага. Да просто тебя тут все обыскались. Ну как кто, Ворона и Сотник? А, да? Давай, сейчас. Держи. Алло? Мне потом дай. Так. Ты чего с курткой? Ты куда-то собрался? Я на 5 минут, дружище, очень надо. Нет, не пущу, не положено. Извини. Хорошо, жду. Эй, я просил же тебя дать мне поговорить, ну? Прости, пожалуйста, я забыла. Ворона, а что такая счастливая-то? Чем тебя Тоха порадовал? Тоха сюда придет, ага. И мы пойдем с ним пить кофе, потому что они с дочкой гуляли и очень замерзли. Когда? Отлично. Через полчаса, какая-то разница? Есть разница. Сидите в кафе и никуда не уходите. Хорошо. Прости, Саня. Куда ты? Зинка, слушай, я к тебе домой заходил вчера. Ну, извиниться там все такое, а тебя не было. Ты чего молчишь? Ну извини, ну виноват я, ну. Виноват, не то слово. Запись удали немедленно. Так Лапа дурак, он пароль забыл. Но все нормально, я пригласил хакера, он придет, все устроит. Лапа дурак забыл,
А ты благородно пытаешься исправить ситуацию. Какой ты молодец. Да ты только кое-что упустил, что все это устроил ты, а не Лапа. И Лапа может быть и дурак. А ты, Сотник, ты гораздо хуже. Ты мерзавец, я тебя ненавижу. Даже не знаю, как бы я жила, если бы ты со мной так поступил. Ты дрянь. Мило так поболтали. Ну а что ты хотел? Они правы. Или ты по-другому считаешь? Ладно, пойдем в кафе. Там Заров. Он последняя надежда. Олесечка, извините. Можно вас на минутку? Да, конечно. Скажите, а видео с Канарейкиной, оно еще висит в интернете? Ну, судя по тому, что вся школа уткнулась в смарты, видимо, висит. Ага. Можете сходить к Березкиной проверить. Ой, боже мой. Олесечка, надо как-то это видео побыстрее убрать оттуда. Что? Зина очень переживает, ей очень плохо. Ну, почему же до сих пор этого никто еще не сделал? Так они не могут. Лапко пароль забыл. Как забыл? Вот так. А что ж теперь делать-то? Что делать? Ничего уже не сделать. Если только кто-нибудь пароль сломает. Ну все, я могу идти? Да, конечно, идите. Это подрастающее поколение. Нам шоколад нельзя, мы еще маленькие. Извини, тогда йогурт обезжиренный. Вот это хорошо. Так. Нет? Ну тогда папа будет. Ты мне звонила? У меня просто трубка села. Ну да, раз 10, наверное. 12. Ну, я просто переживала. А тебе жена ничего не сказала? Да нет. Только кричала. Но я ее не слышу. Я думала о тебе. И что ж ты думал? Что ты такая... Так, Антоха, помогай нам пароль взломать. Слушай, что ты кричишь, а? Что за дурацкая привычка? Люди разговаривают, ты приходишь, начинаешь кричать. Ворон, прости, пожалуйста. Просто у нас такая проблема, которую может решить только Антон. Ребят, я не хакер, но могу попробовать. Только попрошу не мешать мне. А если они просто не смогут удалить это видео, что я так и буду в интернете висеть, да? Зиночка, они смогут удалить. Там Игорь Чернов, он в лепешку расшибется, но сделает, что обещал. Да. Вот Игорь хороший, да только я не в него влюбилась, я в этого Сотника. Да. Нам нравятся плохие парни. Господи, я такая дура, мне так стыдно. Перестань, все. Вот вы где! Наконец-то я вас нашла. А что-то произошло, Людмила Викторовна? Девочки, я про видео Сотника и пароль все знаю. Вы меня теперь презираете, да, Людмила Викторовна? Зиночка, милая моя, душа моя, ну о чем ты? Нет, конечно. Девочки, нам это видео надо немедленно убрать из этого интернета. Вот Вадичка Козлов из 4 класса. Привет. Да, и Вадичка нам поможет. А как он нам поможет? Ну, как? Он в интернете, он наберет этот пароль, он взломает его и удалит этот ролик. Да, Вадичка у нас компьютерный гений. Ну тогда давайте пойдем в секретарскую. Пойдемте. Так, портфель с собой. Людмила Викторовна. Что такое? Так он же маленький еще, а там такое видео, что... Не-не-не-не-не. Зина. Зиночка. Вадичка со своими одноклассниками это видео видел еще вчера. Так что можешь не беспокоиться. Круто было. Ужас какой. Все. Пойдемте быстрее взламывать. Не получается. Так может туда вирус запустить, чтобы ничего вида не было, и все? А ты знаешь какой? Слушайте, что вы кричите? Сейчас ребенок заплачет. Да ничего не выйдет, там такой набор букв. Ты помолчи лучше. Да помолчите все. Это серьезная работа, ребята. Руки. Сок, пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте, извините. Мы могли бы воспользоваться вашим компьютером? Конечно, а зачем? Дело все в том, что нам нужно взломать там один пароль в интернете. Вы, наверное, в курсе? Да, я в курсе. Про что я говорю, да? Леночка, вы не могли бы нам ввести адрес? А если не получится? Зинка, получится. Людмила Викторовна, вы только не смотрите, пожалуйста, мне тут стыдно очень. Зиночка, не беспокойтесь. Все. Вот адрес, а скажите, а кто взламывать-то будет? А, так вот у нас Вадечка есть. Да, он у нас гений наш компьютерный. Ты проходи, садись, ты не стесняйся. Ну, я не стесняюсь. Подержите, пожалуйста. Хорошо. Ой, а вы удали, пожалуйста, видео. Все. Еще что-то нужно? Нет. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, дорогой. Ты можешь идти, можешь быть свободен. До свидания. До свидания, пока. До свидания, Вадечка. До свидания, дорогой. Не, ну ничего себе. На раз, два, три с паролем разобрался. Вот оно, подрастающее поколение. Получилось? Что? Все, ролика нет. Да он ладно. Исчез. Да, я взломал пароль. Ну, подай посмотреть. Тоха, ты гений! Тоха, я в тебя верила. Спасибо, о. Кать. Ты такая... Тоха, с меня причитается. Ребята, всем соку за мой счет. Я тебя умоляю, все за счет заведения. Как ты сделал? Да я вроде ничего и не сделал. Да, ничего себе, ничего не сделал. Ну-ка. Нету. Берем. Держи. Как у тебя получилось-то? Я даже не знаю, как это вот получилось. Так это что, на самом деле, что ли? Заров думает, что он всех спас. Ну да. Ну не надо его разубеждать. Все закончилось. Да, закончилось. Ничего не закончилось. Зин, все закончилось. Это был противный липкий сон. Но все, ты проснулась. Ребят, слушайте, а вы куда сейчас? По домам, а куда еще? А давайте в кафе, а? Примирительный поход. Ну что? Сотник, ты это сейчас серьезно? Ну да, абсолютно. А что? Ну, Зинка, ну прости меня, я был неправ, все такое. Ну, мне очень стыдно. Ну, ты же меня извинила, а? Ну, все же теперь нормально. Ребят, дайте я Андрею пару слов скажу. Счастливо, ребят. Знаешь, Андрей, я беру все свои слова обратно. Ты не то чтобы мне не симпатичен. Ты мне противен. Я тебя ненавижу. Да. Как-то скомканно мы сегодня пообщались. Ну ничего, не в последний же раз, еще успеем. Ну да. Ну ладно, мы пойдем, а то запасных подгузников у нас нету, и обедать нам пора. Давайте. Завтра увидимся, я работаю. Ну да, давай, до завтра. До завтра. Антон, а... Да? Ты просто сказал, что я такая... Ты не договорил. Ты такая классная. Классная? Да. И спасибо тебе за это. За годом год, за часом час. Кружит планета, ускоряется. Все происходит.
происходит впервые.